Добрый день, дорогие друзья! Уже в эту субботу, 9 сентября, в 19:00 на нашей замечательной РЖД-арене состоится товарищеский матч с участием болельщиков, которые будут усилены легендами нашего клуба. Эти две команды были отобраны по итогам традиционного чемпионата болельщиков «Локомотива». Мы назвали их очень просто – команда Дмитрия Лоськова и команда Игоря Чугайнова. Сегодня мы собрались, чтобы определить итоговые составы команд. Рядом со мной представители команд Алексей Шумахер и Владимир Морозов. Алексей выиграл. Да. Чтобы все понимали, что у нас все честно. Теперь время вратарей. Меняем очередность. Владимир, ваш ход. Заур Хапов отправляется в команду Владимира. Теперь переходим к основной части жеребьевки. Выбираем полные составы команд. Но я считаю, что команду Алексея можно уже дисквалифицировать, я считаю, потихоньку, потому что... Да, это будет, конечно. Жеребьевка завершена, составы определены, это будет без сомнения классный футбол. До встречи на РЖД-арене 9 сентября. Увидимся в Черкизово.